совсем другое дело. Просьбу я учту твою. Будет добрый он и смел, только крылья прилепил. Вот тебя он унесет в дебри сказочного леса. Нет, он нас с тобой спасет. А пошли-ка в гости к Пете. Волосы покажет путь на том деревне горшуши, то ему дал Дед Мороз. Ну, дракон, он холоднющий, вряд ли может он всерьез и драконом называться. Первым начал. Неужели? Вот нахал. Первым ты на нас напал. Уходи, пока не поздно. Не дождешься. Ах ты, да. Значит, будет бой серьезным. Не отвертишься, слабак. Победитель получает все. Таков наш уговор. Да, пускай весь мир узнает. Колдовство твое. Позор. Пред глобальным потеплением. Ты что, под цветной червяк? Фен ты, сломанный с рождения. В ванной бороде хомяк. Мечтаю быть, как Буляночка. Ну все, давай поскорее спать, чтобы наши желания быстрее исполнились. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Счастья и надежды.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Так, и что это у нас за фантазии? Поиграли? И хватит. Повелеваю, зимы на всей земле будут правильные. С морозом и снегом, где положено, с дождем. И даже с ярким солнышком. А оттепели иногда, иногда будут. Дорогие друзья, всех с наступающим Новым годом. А я, как всегда, отдохну здесь немножко и посмотрю ваше выступление. У меня тоже. Ну что ж, дорогие друзья, позвольте вам представить юных артистов Российского центра науки и культуры. Мальчика Сашу сыграл Надим Касаин. Наш дебютант. Мальчика Петю сыграл Мухаммед Адаян. Мальчика Пашу сыграл тоже дебютант Раин Джадалла. Дорогие друзья, позвольте вам представить юного Деда Мороза Марк Зейдан. Юный Дед Жара, единственный в своем роме, Роман Сорокин. Снегурочка, Ульяна Сорокина. Дождиночка, Алиса Шакарна. Ульяна Аюб, Беляночка. Тайна Мансия, Розочка. Адам Жадалла, Снежок. Даня Жадалла, юный ледяной дракоша. Итак, дорогие друзья, поблагодарим еще раз наших юных артистов. Спасибо вам! С наступающим Новым годом!
часы 12 бьет. Пока часы 12 бьет. Thank you.
большой юной артистке. Just I just wanna be inside, feel your emotion. Me mandas un emoji de eso que son como el